Хейо, гейс, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игруху... Так, я в настройке, да, зашел. В игру под названием Hollow Knight. Kings... King. Hollow King. Короче, у меня тут все DLC-шки, все 4 по идее DLC. Дополнительно. У нас есть темы, да, меню, типа. Так, скрытые грезы. Это DLC-шки, если не ошибаюсь, мрачная тропа. Живокровь и богоискательница. Скрытные грезы. И тут и своя даже тема идет, получается. Задним фоном. Бесплатное дополнение. Так, описание грезы Холлоу. Так. Обрифи формы. Так, два новых босса. Два новых мелодии. Новые способности. Ну, ладно, это не такая уж важная вещь. Мрачная тропа. Ну так, прикольно ну, выглядит, да. У нас получается тема. Ой, что у меня? Сейчас, подождите немножко. Нужно протереть немножко столик и... Ладно, поехали. Мрачная тропа, да, как... Ну, не огни, да, типа, как пепел красный поднимается в воздух. Живокровь. Ну, чем-то одинаково с нашей классическим, да, что как в классической у нас сюда, в эту сторону идет. По горизонтали, а тут по вертикали. И богоискательница. Такой яркий свет такой. Давайте, тут же можно выбирать, да, кажется? Так, вертикалка у меня включена, значит, все должно быть хорошо. О, класс, классно выглядит. Так, достижения у нас тут есть. Такие разненькие, можно их пооткрывать. И до хера скрытых. Ну, ладно, не суть. Давайте начнем, приступим, так сказать, к игре. Игру вообще еще не играл. Я не знаю, о чем она, поэтому поехали. Выбрать профиль, новая игра. Так, настройте желаемый уровень яркости. Это сильно ярко. Да, пускай будет, да, на 100. Если предлагают брать на 100, то будем играть на 100. В глуши пустой твой прошепчет имя с почтением на то же... И тоской. Ведь души наши так дикие, ручными никто не сделает бы, кроме тебя такой. Урок твой был от древних бледных страж. Ты нас учил, мир изменил наш. Ты разум нанесен дал и силы. Пока их. И мечтах там что-то моих. Какие-то стишки. Стишки. Склянку. Убираем, чтобы не мешало. Идет разрыв экрана, как и херь. Я же вертикалку ставил. По идее, вот этот жук — это ГГ. Главный герой. Да, разрыв экрана идет. Да, есть разрывы, это заметно невооруженным глазом. Так, тут наши хитпоинты. Ага, мышка тут вообще не взаимодействует. Хорошо, но только в меню. Настройки мне нужно, вот я не пойму, что за вертикальная синхронизация. Язык русский, так. Бакер, показывает имя бакеров и кристалл, так. В смысле? Так, показывать достижения. Показывать оповещение при получении достижения. Включить. Показывать имена бакеров. Что за бакеры? Да, не суть. Звук, видео.
Вертикальная синхронизация, она включена. Но в чем дело? Странно. Так, создатели игры Team Cherry. Ага, короче, у нас в основном здесь кнопочки. Angry Gibson. Х это драться и З прыжок. Ну, пока что игра нормально. Первый враг, которого... Блин, ну с двух ударов они убиваются, это... Блин, главное, чтобы разрывов сильных не было. Ух ты ж, ё-моё. Я чуть не подох. Так. Ой. Ну, в принципе, пока что мне игруха нравится. В какой-то степени, но нравится. Чем-то быстрее, скорее, будет напоминать Dark Souls. Потому что здесь, типа, яйца или что это. Так, осмотреть. Так, высшие существа, эти слова лишь для вас. Великие силы вы выделены среди нас. Фокусируйте душу и достигните совершенствий, о которых другие могут только мечтать. Удерживайте атак, выполнить душу, ударяя врагов при достижении количества души. Так, удерживайте А. Это русская А или английская, чтобы фокусировать ее и лечиться. Окей. Допустим. Хорошо, там куда-то проход непонятный. Пойдем наверх. Ой-ой-ой, я... Сейчас я фокус попробую. А. Не, а английская все-таки. Я хотел пойти, получается, сюда... Ну да, сейчас уже нету хотя бы этих разрывов. Так, ну это было бы идеально туда пойти, но у нас есть еще срез сюда. А, я в шипы не полезу, нафиг оно мне надо. Да, ну тут хотя бы хп можно пополнить. Хотя бы можно восполнить ХП. Так. Это что я получаю? Синенькая. Типа броня? Или доп жизни? Так, карта у меня есть тут, типа, или того, М. Ну, настройки, клавиатура. Так, вверх, прыжок, атака, С, рывок у нас, окей, фокус А, вещи И. Ага. Фокус. Старый гвоздь. Традиционное оружие Хэллоуинеста. Время и в битве приступает его лезвие. Притупили его лезвие. Фокус удары по врагам воспользуются... Ну что, для воспользования души. Так. Добро. О-о-о! Так, туда мне не подняться. Каи... Ох, считай... Чего? А чего? Минус душа или минус что? Ну двойной прыжка у меня нет, то я туда не допрыгну.
Сейчас бы минус хп было бы. Да? Так, здесь обвалился. Могу ли я? Не могу. Все. Там, оказывается, не так уж. Опа. Нет, прохода тут тоже нету. Я то думал просто, что там можно будет допрыгнуть. Оказывается, нет. Так, осмотреть. Высшие существа, эти слова лишь для вас. Вы вступайте на земли короля и создателя. Перейдите границу и повинуйтесь нашим законам. Так, станьте свидетелем последних и единственных цивилизаций Вечного Королевства. Хеллунест. Да? Я открыл ворота? Сейчас посмотрю на ваше королевство. И вот это королевство, да? Нет, я не умер. Не, ну игра именно классная. Вот тут такие эффекты. Тут трава шевелится. Me liking this game. Грязмут. Ужасающий город. А, угасающий. Слушать. Привет, путешественник. Увы, встреча не пышная. Но боюсь, здесь остался один лишь я. Как видишь, наш город слегка опустел. Остальные жители города также пропали один за другим. Спустились они в колодец, желая попасть в пещеры внизу. Под нашим городом раньше располагались Великое Королевство. Оно давно лежит в руинах, но все еще манит народ твоей глубины, старейшина. Это, ну, с кем я говорю. Кажется, что тьма руин порочит многие. Богатство, славу и посвящение. Уверен, что и ты тоже ищешь там свои грезы. Так что будь начеку. Воздух там больной. Такая тварь ходит с ума, а путешественники забывают себя. Возможно, грезы не так уж и хороши. Отдохнуть. У меня хп отняли. Эй. Осмотреть. Так, наш магазин карт и путешествующих товаров открывается совсем скоро. Изельд и Корнифер. Почему дефа я не могу юзать? Блин. Я не хотел. Я могу? Забыто. Перепутать. Я хотел пойти в другую сторону. Там что-то было. Я думал, это вообще какой-то портал. Ё-моё. О, тихо. А, подняться. Фух. Фух-фух-фух-фух. Да, каменная дверь с простым замком. А, ну мне туда не пройти все равно, да? Да, деф не юзается. Так, оказывается, это был колодец. Ну ладно. Так, ну... Ну такие, знаете, враги, может даже разнообразные. Маленькие жучки, большие жучки. В основном тут у нас враги будут жуками. В основном у нас будут жуками. Так, до хера летающих. У нас враги заново воскрешаются. А вот это вот уже не очень, ну, как сказать, хорошая новость. Я понимаю, там, если бы я отдыхал у костра, по идее... У нас здесь костер это... Хотя, смотрите, здесь этого толстяка нету.
хотя бы говорили, куда я иду. Карту я вообще там не видел. Войти. Ну, тихо, там есть проход. Да, там есть куда-то проход, но я туда сейчас не пойду. Пойдемте внутрь, тогда посмотрим, что там. Сверху какие-то маски. Войти. Так, храм черного яйца. Ага. Ну, послушаем. Привет. Как приветствовать встречающего еще одного путника на этих забытых дорогах? А ты держишься браво, хотя и рост невелик. Я Квирел. Меня так тянет к неизведанным местам. Это так древнее королевство хранит множество удивительных тайн, и самое великое из них как раз перед нами. Огромное каменное яйцо среди руин древнего королевства, и это яйцо, оно теплое. Вокруг него стоит странный дух. Можно ли его открыть? Оно все покрыто странными отметками. Я просто обожаю тайны, и кто знает, что за чудеса таятся глубоко под нами. Я, может, и прав. Что, да? По идее, тут какие-то вот камни в ней. Может, нужно как-то и открыть. Может быть. Как-то можно и открыть. Так, ну эти убиваются с трех ударов у нас. Ого. Ну ладно, он тоже, в принципе, такой же, как и тот, только этот бодается. Почти никакой разницы. Главное осознавать, куда я иду, зачем. То еще заблужусь, а карты я не вижу. Или я ее просто не смог от... Так, инвентарь, хорошо. Может, там все-таки есть кнопочка, которую я могу включить карту? Гвоздь грез. Быстрый магазин. Быстрая карта, тап. А, у меня она закрыта. До свидания. До свидания. Извиняйте. Просто я не могу еще этих делать. Ворота. И ворота я не могу еще использовать. Так, какое-то основа места. Давайте, блин, я не знаю, сначала вот эту локацию посмотрим. Либо они все вместе связаны как-то. Ой, боже, буду думаю. Делают жучки эти. Нет, там камешек один упал. Ладно, с этой стороны спрыгну. Так, вниз есть тоже проход. Воу! Ладно. Ах ты, зараза. У меня хил есть. Ну, с этой, я не знаю, где-то два раза могу отхилиться, по сути. Ага, этот в основном, это прыгающий. Ну, тоже по три удара. Не вижу ничего сложного, на самом деле. Расстраивает только тот факт, что ничего не падает из... О, там что-то... Ну, я к нему попасть не могу. Несчастье, я к нему попасть не могу. Так, душа.
Так, минус. Я не знаю, пропадают ли вот эти яйца или что это. А эти типа яйца какие-то. Поэтому лучше их сразу собирать. Лучше их сразу собирать, чтобы они не пропали. А, я очутился в том же месте, где и был. Только снизу. Тихо, тут пропасть. Так, ну ограничения у меня нету по этой фиговинке, поэтому мухи эти просто отбиваются друг от друга. Они тоже ничего такого зловесного не несут. Так, я оттуда пришел. Значит, мы сюда пойдем. Так, отхилюсь. Червяк плачет. И главное, я с ним не смог поговорить никак там. И... А, я могу еще поверх убить. И по низу бить. Куда мне идти, хотя бы можно спросить? Просто лично я сейчас немножко в недоумении. Нам просто пойдемте по прямой. Осмотреться. Та, путь скитальца. Путник Холлеста, сделайте буйными зарослями и грибными рощами, а самое сердце королевства, там используются все желания и открывается истина. Оу-оу-оу. А, фигню твою эту я не могу, да, отбивать? И его тоже убить я не могу, кайф. Классно. Куда мне тогда идти? Не, игра, конечно, немножко запутана на самом деле, потому что у меня ни карта не открывается. Вопрос, почему она не открывается, это остается тайной для меня. Это можно, в принципе, даже не ломать, чтоб... Я не знаю. Ну, что-то и выпадет. Хотя навряд ли. Ой. Ой, погнали вниз. Ага. А, то есть я могу обратно потом подниматься. Хорошо, у нас еще была какая-то кристальная пещера, это в той стороне. Еще был где-то здесь у нас проход. Да? Здесь, кажется, здоровяк у нас был. Но я просто не могу... Не-не-не-не. Жестко-жестко-жесткий. О, мне даже на 3 хватает сразу же. Не, с тем я не справлюсь. Он какой-то очень сильный. Он какой-то очень сильный. Довольно сильный. Давайте искать другой проход. Может, мне нужно к этому зайти, типа, побеседовать с ним?
Гоа, Нудо Айламек. Ай, блин. Твари встают на дабы... Эй, черт, но все-таки что-то рассказывал. Твоего старого гроза будет недостаточно, чтобы выжить в этих развалинах. Но это не проблема, стоит только осмотреться. Многие до нас приходили сюда и пали страшной смертью. Да и доспехов у них было больше нашего. Больше, чем уверен. Они не будут возражать, если собрат путешественник подберет их снаряжение. Мы им так даже добрую услугу окажем. Мирское не должно тяготить мертвых. Знаешь, город наверху, какое мрачное место, а под ним скрыто такое величие. Сдается мне, поэтому они все сюда и спустились. Кто же упустит такую возможность? Воистину же, это чудесно. Все. То есть, окей, у нас есть у всех еще дохера диалогов. И один диалог я все-таки пропустил, потому что я подумал, что он говорит одно и то же. Класс. Да, я вижу здоровяки, допустим, здесь одноразовый, который вот он на 3 удара. Окей, погнали сюда. Это закрыто, грязмут. Так, отдохнуть. Я сохранился. Ты знаешь о том храме? Говорили, так здание весьма старое, хотя сам я там и ни разу не решился туда зайти. Самые храбрые из нас как-то ходили туда молиться, а после говорили, будто обрели там спокойствие. Но вскоре перестали. Интересно, что же там изменилось? Многие приходили сюда в надежде, что королевская исполнит их значение это Халлоунест, окей. Так раньше его назвали. Возможно, самое величное королевство всех времен. Полно тайны и богатств. Теперь же оно лишь отравленный склеп, кишащий обезумевшими чудовищами. Как видишь, ничто не вечно. Так, валишься с ног. Эта скамейка хоть и железная, но уверен, тебе весьма удобная. Лучшее место для отдыха перед дорогой вниз не найти. Да и мне не помешает бы собеседник. Впрочем, ты ты не из болтливых, как я погляжу. Так, все, да. Да и мне собеседник не помешает. А давайте, ну может тогда на этом закончим. В следующей серии продолжим, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.